Строительство моста через Керченский пролив ведется так, чтобы минимизировать воздействие на местную экосистему. Об этом заявлено на первом заседании Общественного совета по реализации этого грандиозного проекта. Встречу приурочили к прошедшему накануне Дню эколога. После обсуждения участники встречи отправились на Маркитанское озеро. Это в 5 километрах от Тамани. Там они вместе с волонтерами и специалистами-орнитологами установили плавающие кормушки для птиц. Неподалеку от стройки сейчас оборудуют территорию с привлекательными условиями для местной фауны. Пока вот мы сюда ехали, видели, как играет рыба, гуляют дельфины. Это лишний раз доказывает то, что стройка ведется с максимальной тщательностью и осторожностью. А стройка глобальная. Мост сумеет обеспечить не только транспортной инфраструктурой. Крым заживет совершенно другой жизнью. Я задавала много вопросов, и на все мне ответили абсолютно вот развернуто, кто чем занимается, кто за чем следит, где производится бетон, откуда берут гравий, песок, как происходит сварка конструкции. В общем, могу вам сказать, дорогие друзья, что все здесь хорошо.